того, что мы увидели сегодня, например, вот это мы повторим обязательно еще, есть следующее гласное. Вот. И, о, у. Да, как читаем? Давай почитаем. Давайте почитаем. Ага. А. И. Прекрасно, перфекто. И это. О. О, прекрасно. Вот это. У. У. Да. Оно сначала Толя, давай повторим еще раз, пожалуйста. А. Угу. И. О. У. О, давай, Слата, теперь ты. А. И. О. Ага. У. Прекрасно, супер. Да, немножко сложим сейчас с согласными, да, допустим, как вот так, как она звучит? Давай, Слата, сначала Толя, а, давай, Толя, сначала, Ба. пожалуйста. Ба, вот. Слата как будет? Ба. Ба, точно. А вот так. Да, не стесняйся, не стесняйся. Б. Вот, Б, вот, Б. правильно. Вот так. Б, да, вот так. Как звучит, как ты думаешь? Би, да? Би. Би. Да, Толя, вот этот. Бо. Ага, правильно. А вот этот? Бу. Бу. Прекрасно. Потом мы увидим это дальше. Хорошо. А теперь вот эта буква на самом деле более немножко сложно. Как вот этот? Прочитаем, Толя. Попробуем, пожалуйста. Por favor. Ца. О, вот. Как раз, когда СА читается как К. Ка. К. Ка. Угу. Да, вот дальше, вот так. Це. О, Ф. Да, чуть шепеляем Це. тоже, да? Це. Ф. Це. Ф. Це. Что? Дальше, вот так. А, давайте, будет Си. Ты. Ты. Шепеляем Си. тоже, да? Си. Ты. Си. Ты. Язык даже вытаскиваем. Вот так. Ты. Си. Си. Да. Си. Ты. О, прекрасно. Супер. Дальше вот так. Со. О, будет ко. Вот Ко. здесь ко. Вот. Дальше. Нормально, нормально. Ты чего? А вот этот. Прекрасно. Вот. Как раз есть открытые гласные и закрытые. Да, когда открытые, допустим, К. Потом ку, а потом ку, да? Ка, ко, ку, да? Ка-ко-ку. Ка-ко-ку. Прекрасно. А вот так, допустим, вытаскиваем, Се. ага. Вот, вытаскиваем язык, фе, Се. Си. да? Прекрасно, есть. С этой буквой нормально. Вот с этим то же самое, да? Угу. Как будет? Да. Ага. Да. Угу. Ди. Ага. До. Ага. Ду. Прекрасно. Да, и это дверже, да? Когда, например, нам хочется на русском, например, сказать де, да? Не, оно де, Да. дверно. Да. Ду. На Д, но твердое. Д. А вот это не Ди, а Ди. 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 Ага. Ди. Ди. До. Ду. Так До. далее. Хорошо. Ди. Вот эта буква очень тоже. Дальше. И. Фу. Как будет? Толя сначала попробуем. Фа. Фе. Фи. Фо. Фу. Давай, Слата. Как? Фа. Фе. Exacto. Фи. Фо. Фу.
Perfecto, muy bien. Muy bien, очень хорошо, muy bien, очень хорошо. Хорошо, следующая буква, это тоже как и С, чуть-чуть со своими нюансами. Например, вот сейчас попробуем. Помнишь эту букву? А вот как будет вот так звучить, допустим? Ха. Да, очень хочется, конечно, но, к сожалению, нет. Га. Да. Да. Вы тоже Га. ошиблись. Да. Ага, вот это. Давайте, Так давайте. же, только Д. Г. Ага. Г. Не-не-не, а вот будет га, правильно, а будет хе. Хе. А вот это. Хи. Хи, правильно, вот этот. Хо. Хо. Го. Го. И. Ху. Гу. 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 А, еще раз, давайте, давайте. Вот это, еще раз. Га. Га. Ага. Хе. Хе. Хи. Хи. До. До. Ду. А чё Гу. гу? Гу. 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 Да, ге, это, а га. Ну, короче, вот можно так, да? Га. Гу. Гу. Да? Еще раз. Хе. Хе. Хи. И хи, Хи. да? Но если так нам хочется, допустим, не, ну, и это надо, не то, что это хочется. Вот, например, хотим сказать ги, только вот так. Ставим у, да? Тогда она звучит как ги. Вот так и звучит как ги. Ги. Например, есть такое слово такое. Гитара, да? Гитара. Да, вот. Гитара. Например, если бы я писал вот так, как бы звучал? Гитара. Хитара. 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 Поэтому Хитара. вот так как читается. Гитара. Гитара. Вот так как читается. Хитара. Гитара. А вот так как читается. Гитара. Прекрасно. Есть. Окей. Есть другое слово, как война, да, на испан, допустим. Вот так как читается. Хера. Хера. Ра, да? Ра. Хера. Вот это таблер, это твердое. Ра, да. А вот так как читается. Гера. Гера. Ага, Гера. правильно. А вот так как читается. Хера. Хера. А вот так как читается. Гера. Гера. Перфект. Окей, дальше, поехали. А вот это что такое? Ола. Ола. Не хола, не? Не. Точно нет? Окей, Точно. хорошо. Правильно, правильно. Вот, например, вот так, как читается. Уэво. Аж не читается. По Да. сути, мы убираем Уэво. это и начинаем от уэво. Уэво. Это яйцо, да? И даже без Уэво. уэво не Даже если считается. он здесь находится другой буквами, неважно. Он не читается. Уэво. 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 Например, на испанском сейчас будет следующее слово. Как читается? Аура. Аура. Да, вот так пишется сейчас. Сейчас, на данный момент, да, сейчас. Говорит аура, не ахора, Аура. а аура. Аура. Пишется просто, но он не читается. Хорошо, Аура. дальше. А, вот эта буква И, это гласная. А вот, вот этот. Кается. Начинаем. Ха. Хе. Хи. Хо. Ху. Ху. Прекрасно. Вот. Все, здесь нету проблем никаких. Да, всегда ха читается. Ха, хе, хи, хо, ху. Я говорил вчера, ну или позавчера. Ха-хе-хи-хо-ху. На испанском, на английском, да, когда смеются, там пишется шат, как пишется? Ха-ха-ха-ха-ха, да? Вот. А на испанском пишется вот так. Ха-ха-ха-ха-ха. Да? Если мы хотим писать и смеемся там по интернету, это ха-ха-ха-ха-ха. Увидим вот это, что такое за жа-жа-жа-жа.
Это ха-ха-ха-ха-ха. Это смеяться. Окей, дальше.